СБЭ заказали такую посылочку. В посылочке солнечное одеяло. Открываем? Ага. Одеяло для бассейна. Это одеяло предназначено для того, чтобы бассейн подогревать. Здесь никаких нету солнечных батарей или накоплений. Принцип простой. Пузырики воздушные. И я думаю, что это просто принцип этого, как любое, как сказать, теплица. Солнце заходит вовнутрь, а назад его тепло не выпускается. Короче, они идут разными размерами, в зависимости от размера бассейна. Есть круглые, есть квадратные. Есть просто листы, покупаешь, вырезаешь, склеиваешь. Потому что у людей бывают бассейны индивидуальной формы. А, так она сейчас не круглая, да? Вот это, по идее, должна быть круглая. И я выбирал диаметр 10 футов. Он как раз должен быть для нашего бассейна. Короче, обещаю, что температура будет 10 градусов по Фаренгейту выше, чем температура воздуха. На 10 градусов будет теплее вода, чем вот она без покрывала. У нас только днем нагревается, и вот после обеда она теплая, а потом ночи холодные, она быстро остывает. Вот оно какое одеяло. Оно похоже, как у нас вот такая пленка есть белая, которую посуду заворачивают. Да, с такими пузырьками. Да, это она и есть, я думаю. Это она и есть, точно. Кстати, слышь, в Walmart продаются эти упаковочные, вот они. Упаковочный материал, вот такой, ага. Пузырьками. Только он прозрачный, да, это голубого это цвета. Самое. Надо было проверить, может, это самое. В Walmart бы взяли. Walmart спасает всех людей от переплачивания. Я знаю, что не знаю только. Вот тут вот пупыришки с этой стороны, а с этой стороны она гладкая. А, какой стороной, да, ложить? Гладкой стороной в воду, наверное. Точно гладкой стороной в воду? Может быть, надо пупырышками в воду? Как раз на наш бассейн. Как раз он, да, у нас будут сосна, и скоро начнут иголки сыпаться по всему газону. Ну да, и от мусора тоже будет защищать. Но самое главное, что вода будет теплая. Вечером, да, классно, вот так его убрал, водичка теплая, вечером можно покупаться. Да. На 10 градусов, это же классно. Это классно. Ну, я читал эти отзывы читателей, отзывы пользователей. Они сказали, что вода прогревается очень тепло, примерно на сантиметров 15-20. Да? Да. Потом просто залазишь, она же перемешивается. Получится на 5 градусов. Еще это преимущество вот этой беды в том, что это самое, там говорили, что ну, вот этот солнечный свет, ультрафиолетовые лучи, они убивают вот эти химикаты, которые мы используем, чтобы грибок не рос, ничего, чтобы там бактерии не заводились. Да? Да, а вот это оно будет предохранять, и поэтому не так много надо будет химикатов досыпать. Такая штучка для химикатов. Совочек тоже вылавливает там мусор. А вообще я прям просто уверен, что вот этот упаковочный материал посылочный в Walmart. Ну это то же самое. Абсолютно. Вот он вот такой пупырышками, которые, да, заворачивает. Абсолютно то же самое. Посуды и разные. Видишь, товары. Вот, смотри, склеили его. Вот тут посредине идет шов. Ну да, он склеенный. Вот они его склеили. Видать, он у них идет тоже вот такими пластинами. Ну, естественно, он круглым не идет с контейнера. Он идет пластинами. Угу. Мне просто интересно, какой стороной вниз надо. Мы можем прочитать. О! Все по-русски у нас. Сначала положим, короче, сломаем, сделаем, а потом будем читать. Инструкции. Мы разобрались, что, скорее всего, пузырьками надо вниз.
Почему? Потому что, во-первых, название, ну это не во-первых, во-вторых, название фирмы, которая выпускает эти бассейны и всякую ерунду, вот, должно быть, по идее, сверху, как реклама. Угу. Второе, вот это мы же прочитали, что прямое попадание солнечных лучей может пузырьки взорвать. Угу. Вот эта часть плотная, а вот эта часть очень нежная, где пузырьки. И она получается, если солнце попадет, она вот эта часть еще не так восприимчива, как эта. Это совсем такая, ну, легенькая. И третье, почему? Потому что если где-то воздушные пузыри, ты хочешь их убрать, чтобы, ну, полное прикосновение было с поверхностью водой, то вот так намного легче делать, по гладкой скользить, пузыри выгнать, нежели если пузыри были сверху. Она бы цеплялась за пузыри, было бы так. А сейчас вот все так это гладко. Сейчас нормально, да? Ну, я уже все пузыри выгнал. Угу. У нас лежит она теперь. Ну, в инструкции не написано, да, что пузырьками вниз или вверх? Да, вроде не написано. Рассчитывают на это. Рассчитывают на нашу догадливость. Чтоб сами догадались, вверх или вниз. Такое вот покрывало солнечное получилось.